Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как помочь приюту для бездомных животных. Приюты для бездомных животных выполняют важную, но в то же время очень сложную работу. Часто этим благотворительным организациям бывает сложно обойтись без сторонней помощи. Как помочь приюту для бездомных животных? Что можно сделать? Давайте рассмотрим подробнее основные способы помощи таким благотворительным организациям. Взять кошку или собаку из приюта к себе домой и стать настоящим хозяином – первый и самый известный способ помощи приютам для бездомных животных. Это то, на что в первую очередь нацелены такие благотворительные организации. Если вы уже давно хотите завести себе питомца, обязательно подумайте над тем, чтобы взять себе животное из приюта. Так вы сможете не только обрести преданного друга, но и изменить жизнь последнего к лучшему. Сделать пожертвование – второй способ. Приюты для бездомных животных всегда рады кормам, лекарствам, поводкам, ошейникам, игрушкам, средствам для ухода за шерстью. Вы можете помочь благотворительной организации как деньгами, так и привезя что-то из перечисленных вещей. Помощь делом – третий способ. Большинству благотворительных организаций постоянно требуются волонтеры, которые смогут выполнять ряд важных работ. При этом всегда нужны люди, которые будут помогать выгуливать, кормить животных и убирать за ними. Информационная поддержка – четвертый способ. Если вы хотите помочь приюту информационно, вы можете расклеить или раздать листовки с информацией о благотворительной организации, рассказать об ее деятельности в социальных сетях. Также приюты часто просят репостить важные объявления. Стать куратором – пятый способ. Кураторство предполагает, что вы берете ответственность за определенное животное или группу животных из приюта. Вы решаете вопросы, связанные с пристройством, размещением на передержку, распространением информации, то есть всячески способствуете тому, чтобы ваш подопечный или подопечные обрели дом. Помочь приюту можно по-разному. Каждый из перечисленных способов важен, ведь все они направлены на то, чтобы подарить бездомной собаке или кошке шанс на счастливую жизнь. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!